Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов долгое время пытается помочь обманутым вкладчикам банка «Югра». Но до сих пор на все запросы и акты приходят отписки. Сегодня состоялась очередная онлайн-встреча парламентария и пострадавших. То, что было поручение до 1 октября подготовить предложение, они, видимо, президенту что-то доложили. Что они доложили, нам не говорят. И у вас тоже, я насколько понимаю, никакой информации нет. За это время вкладчикам удалось встретиться с бывшим владельцем банка Алексеем Хотиным. Он выразил готовность рассчитаться по долгам, но для этого нужно заключить новый договор с какой-то неизвестной фирмой. Клиенты банка уверены, это очередная махинация. Причем один из пунктов договора звучит так, что вкладчик переступает все свои права требования полностью, а выплата идет частями в течение 24 месяцев. Причем никаких гарантий, что фирма все это время будет существовать, что деньги будут выплачены полностью, ни штрафных санкций, ничего нет. Опасность в том, что если фирма вдруг прекратит существование после заключения договора, то человек выходит из реестра вкладчиков. Пострадавшие предлагают создать рабочую группу и искать другое решение проблемы, но Хотин на это не согласен. Сергей Миронов заверил, что будет и дальше добиваться справедливости. Он снова подготовит обращение на имя президента по вопросам обманутых вкладчиков.